Лос-Анджелес, 2029 год. Восстали из пепла ядерного огня. Их война за уничтожение человечества длилась десятилетиями, но решающая битва произойдет не в будущем. Она случится в наши дни, сегодня. Арнольд Шварценеггер, Майкл Бьен, Линда Хэмилтон, Лэнс Хенриксон и Пол Уинфилд в роли лейтенанта Трекслера. В ролях Рик Росович, Бесс Мота, Эрл Боэн и другие. Оператор Адам Гринберг. Композитор Брэд Фидел. Авторы сценария Джеймс Кэмерон и Гейл Энн Хёрд. Продюсер Гейл Энн Хёрд. Режиссер Джеймс Кэмерон. Терминатор.